Привет, друзья! Вас приветствует канал «Кузница Тест-Драйва», я ее ведущий Максим Красильников. И я сейчас хочу вернуть вас немножко в прошлое. Не в далекое, но прошлое. Давайте вспомним весенний Олкарленд и другие Олкарленды, которые остались у нас за плечами. Выставок в авиамузее больше не будет, но сегодня мы находимся в Киевском выставочном центре ВДНХ. Посмотрите вокруг, друзья. Это действительно кусочек советского ампира, сталинского даже ампира по архитектуре. Все здания здесь построены по аналогии московского ВДНХ, в так называемом стиле сталинский ампир. И именно здесь, мне кажется, вся ретро-техника будет смотреться на все 100%. Именно здесь, последние выходные сентября, а точнее 29 и 30 сентября, состоится Олкарленд 2018, осенний, заключительный Олкарленд. Именно здесь соберется огромное количество автомобилей, мотоциклов, мопедов и других единиц техники той эпохи. Я считаю, это здорово и правильное решение организатора выставки. Более точную программу Олкарленда, друзья, мы вам озвучим в августе, когда встретимся с организаторами, и они более детально вам все расскажут. В чем плюс выставочного центра ВДНХ? Это близость метро, огромное количество троллейбусов, автобусов, маршрутных такси, огромное количество фастфудов, а самое главное – антураж. И чтобы не пропустить, какая будет программа, какие будут новинки, друзья, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, что вы думаете о новом месте проведения ретро-фестиваля киевского. И не забывайте, что мы куем для вас тесты на земле, в воде и на ВДНХ. Пока, друзья!